Друзья, сегодня я хочу вам рекомендовать один очень интересный канал, который называется «Англия с русским акцентом». Его автор Дмитрий, который уже больше 4 лет живет в Англии. На своем канале он рассказывает о жизни в Великобритании, работе, зарплатах, покажет разные интересные достопримечательности. Также он на своем опыте расскажет о медицине в Англии. В этом году он попал в аварию и рассказывает, как вся проходила процедура, как приезжала скорая, забирала его в больницу, как там в больнице лечат, сколько он заплатил, ну и много таких интересных фактов. Так что я думаю, что вам будет очень интересно это. Знаете, сейчас многие интересуют, знаете, все хотят уехать за границу, знаете, и всегда медицина тоже стоит на первом месте. Просто вы знаете, что во многих странах медицина очень дорогая, особенно если какие-то операции или что, очень-очень дорого. Так что, если вам будет интересно узнать, как это все в Англии, вы можете посмотреть вот видео и узнаете. Также он дает очень интересные советы по изучению разных языков. Так, в том числе, как он называет, не просто английский, а британский английский. Так что советую вам подписаться на канал, поставить лайки и посмотреть его разные интересные видео. Видео будет еще выходить очень много. Будут разные видео, так что подписывайтесь, смотрите видео, я думаю, вам понравится. Ссылочка, как всегда, будет в описании, так что переходите, подписывайтесь и ставьте лайки. Приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня мне пришла такая посылочка, которую я покупала на сайте eBay. Я вам тогда говорила, что я купила много посылочек на этом сайте. И обычно я на этом сайте покупаю только на аукционе. В последнее время я покупаю только на аукционе. Ну, в принципе, ведь этот сайт отличается тем, что можно купить и за обычную цену, и плюс еще на аукционе. Там есть такие два. Если вы выбираете какой товар, много продавцов выставляет товар на аукцион. Ну, бывает, что товар или там какое-то время, или просто нету так народу, и можно купить товар намного дешевле, чем он есть. Вот, например, я здесь купила такой черный поводок удавку для собаки. Он обычно стоит от доллара и выше, но самая там низкая цена 40, она стоит доллар, полтора, два, как у кого. А вот мне удалось на аукционе купить его только за 39 центов. Видите, почти в 2 раза, даже в 2,5 раза получается дешевле. И пришла посылочка, ну, идет тоже обычно, как и с такого сайта, за 27 дней. И здесь вы покупаете, вы оплачиваете через PayPal. Так что если вдруг какие-то проблемы, то без проблем вы можете решить, вернуть деньги, если что-то не пришло. Так что здесь можно лучше и быстрее решить проблемы, чем на сайте AliExpress. Вот такая удавка. Я уже, в принципе, вот я тоже заказала, была такую удавку раньше, тоже на аукционе ее выбрала, только синюю. Тоже я, у меня получилось, что она, я ее дешево купила на аукционе, но она не пришла. Я не знаю, или продавец не отправил, или она просто не пришла. Я тогда заказала такую синюю, там была, но она не пришла. И я написала продавцу, и продавец без проблем вернула деньги. Но посылка, конечно, так и не пришла. Если бы пришла, я бы, конечно, вернула деньги, но она так и не пришла. Где она, посылка, где она потерялась, я не знаю. Вот такая удавочка. В принципе, знаете, она такая. Здесь она, в принципе, нормальная. Здесь у нас есть, можно регулировать, как вам надо, под шею собаки. Кольцовики металлические, но немножко меня тут смущает вот эти пластмасски. Видите? Они, в принципе, такие средние. Я
сказала? Не знаю. Я когда-то такую давку заказывала, когда у нас еще была немецкая овчарка. Но вы знаете, тоже, в принципе, мы немножко так и уходили, учили его. Один раз он дернулся, она, в принципе, была здесь. Вот здесь это нормально было, что здесь в ручке она поломалась. Но я ее скотчем замотала и, в принципе, отдала тоже там волонтерам. Знаете, где-то собачку надо придержать или где-то привязать, то, в принципе, так можно. Знаете, какой-то такой экстренный вариант, то неплохо. В принципе, за такую цену, то, видите, она очень, сама веревка очень и очень плотная. Она хорошо сделана. Она, в принципе, там носили ее, до сих пор там носят. И говорят, что веревка нормальная. Вот то, что вот эти смазки. Одни говорят, что у некоторых хорошо держит, одни говорят, что смазки ломаются быстро. Ну как, не знаю, или может бракованные, или как-то как у кого. Ну, друзья, есть такая удавка, если кому-то надо, то я говорю, поищите. Ну, если найдете на Алиэкспресс, да. Если нет, то поищите на eBay. Я ссылочку на eBay я ставлю. На аукционе вот такие именно удавки очень часто доставляют на аукцион. Очень часто. Вы можете купить, я говорю, за 40, за 50. Ну, 50 центов это потолок. Бывает, что даже я пару раз брала участие, но до конца забыла, когда время было. А там было один раз даже за 25 центов продали, раз за 30 центов. Ну, видите, мне так удалось немножко дороже купить, но все равно, я думаю, за эту цену мне плохо. Даже если у вас есть, например, я думаю, даже щенок, чтобы что-то его научить. Вот сначала к поводку, чтобы не жалко было, чтобы он погрыз, поиграться с ним, учить его, то, в принципе, тоже довольно неплохо. Так что я вам рекомендую покупать. Все, друзья, ссылочки все будут внизу под видео. Если вам интересно, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мои соцсети. Ссылочка будет, как говорю, всегда под видео все. Смотрите, заходите. И все, друзья, до новых встреч, пока.